нынешней эпидемии оспы в России уже умерло более 100 тысяч человек. Если ее не остановить, то Россия обезлюдит. Ваше Величество, прошу простить за дерзость. Я хотел молить издать высочайший указ о всеобщем оспопрививании. Если тебе интересен так людей или человек сердцем горит, ну, здесь тоже можно и Бельского послушать. Замуж тебе пора. А что? И кандидат мужья имеется? Вы себе в наследнике любовь взять можете. Хоть вашего полюбовника Орлова. Щенок. Как смеешь ты внушать наследнику крамольные идеи? Настраивать сына против своей матери? Не тело, души наши врачевать надо. Не избавимся от блудницы немецкой! Свету конец! Что если некто изготавливает такой яд, который симптомами очень похож на оспу? Павел должен стать императором, а вы при нем регентом. Я так и знал, что сама привиться желаешь. Это пока должно быть в тайне. Императрица умирает. Пришло время действовать. А что мы здесь? Что значит умирает? От чего? Она сделала прививку.